Всем привет! Для новых зрителей стоят вот сетки. Вот они вот тут вот на колах. Нам, как жителям Крайнего Севера, разрешено 50 метров ловить. Вот сейчас иду проверять, что там за ночь попало. Посмотрим. Чья стоит на 36 разрешенная. В прошлый раз оставил лыжную палку. Ну вот она там и стоит. Думал, слабо воткнул. Не, засосало ее. Посмотрим, просто здесь поднимем. Сейчас пойдем финку проверять. Ух, какая лепешища. Вот это да. Есть рыбка. Пойдем туда сейчас. Финку посмотрим. Опа. Опаньки. Попало. Там он что-то есть. Ох, кое-как держится. Кое-как держалась. Вот она. Все, пусто, пойдем. Ту проверять. Вот она. О, тут есть. Смотри-ка, хорошая камбала подошла. Хорошая камбалешка на подходе. Так что, граждане рыбаки.
погнали дальше. Что там у нас? Перевертыш. Перевертыш. Хорошая камбала. Самое то, что доктор прописал. Погнали дальше. Странно, это она. Ну, ее не особо много. Рыбы не особо много, из-за этого еще не так часто в сетку попадает. Ну, на ушицу. Ух ты. Мелковато. Пошла бы, конечно, в голодный год. Пустим. Опа. Одна камбалёшка. Тут вот осталось до бутылки 10 метров, и тут наверняка сейчас должно попасть что-то. Опа, палка попала, вижу. Ох ты, тут нифига. Думал, морская звезда, а это металлолом. Металлолом. Да. Куда бы его выкинуть-то? Блин. Не знаю. Пакет, наверное. Пакет заберу. Он потом опять в сетку попадется. Ух ты, есть рыбка. Опа. Вот оно. Бревно это. Так. Там дальше у нас. Опа. Есть. Есть контакт. Свеженькая. Ну да, все верно, что я там говорил-то до этого, и писал где-то, что камбалинная уха похожа на куриный бульон, а желтенькая тоже наподобие. И вкус примерно как у курицы.
как у курицы где-то вкус. А рыба похожа на вагу. И между навагой и сегом что-то такое. Когда свежая. Когда свежая, вкусная. Ух, какая! Натянем сейчас еще сеточку. Вот так вот. Все. Палку забрать. Лыжную. Ну, катерок идет впереди там. По воде вот катерок идет, хорошо, вода убывает как раз в ту сторону. И он на малом газку идет, не торопясь, с водичкой. Экономит на бензине. Все. Пол мешка рыбы взяли. Пойдем сейчас в раковину высыпать. Посмотрим, сколько там попало. Так что, ребята, на Яндекс.Дзен переходите. Кто не перешел еще, ищите там меня. И на Рутубе еще, во. На Рутуб подписывайтесь. Рутуб. Чувствуется. О. Все, идем в раковину высыпать. Наглядно, а то так не понять, что там в мешке. В раковине будет все видно. О, ребята, эту железяку еще принес с собой. Вот это да. Вот.
Ну. Все. Еды добыл. Море от грязи спас. Так что, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на Яндекс.Дзен, на Рутуб. Ой, видите, даже Камбала вам сальто сделала. Всем пока.